Друзья, всем привет! В этом видео мы будем растягивать наши руки, укреплять нашу спину и избавляться от сутулости. Садимся и руки ставим на спину, локти прижимаем к ушам и держим. Спина прямая, поясницу стараемся не прогибать. Стараемся руки опускать как можно ниже. И просто так сидим, держим. Теперь взялись за один локоть, надавили назад и в сторону. Держим. Взяли за другой локоть, завели назад и в сторону. И теперь ладошки вместе, давим ладони друг на друга и начинаем поднимать вверх и вниз. Каждый раз опускаем до спины, касаемся спины. И каждый раз выпрямляем локти. Продолжаем делать. Делаем так 32 раза. Чувствуем, как укрепляются наши руки, наши плечи. И опять поставили руки на спину. И продолжаем тянуть наши подмышки, нашу спину, наши руки. И одновременно укреплять. И теперь начинаем поднимать локти вверх и вниз, а руки держим на плечах. Прям очень важно зажать уши. Зажать, опустить, зажать, опустить. То есть не просто слегка поднимаем, а прям стараемся зажать уши руками. И тоже мы это делаем 32 раза. Продолжаем делать. Чувствуем, как укрепляются руки. Улучшается кровообращение в плечах. Меньше будет головных болей. Не менее рук не будет. Эти очень полезные упражнения можно делать каждый день с утра. И опять положили руки на спину, держим. И теперь взяли руки в замок и начинаем делать вправо и влево 32 раза. Считаем каждую сторону. Раз, два. Стараемся заводить руки как можно дальше назад. Закончили, наклонились, поставили локоть, тянемся. Выпрямили руку и начинаем пружинить назад, растягиваем нашу грудь, нашу спину, наши руки. И поменяли сторону, сперва просто растягиваем бок. Теперь выпрямили руку и пружиним назад. Чувствуем, как тянется все тело, приятные ощущения. И закончили. Делайте эти упражнения каждый день.